Вон я разъебашу на темпларке подробности игры, смотрим. Турбо. Пух, ебать, соло. С каким вкусом тебе ушкудишка нравится, посоветуй. Со вкусом, блядь, Сиблейдов. гоби с манго. Бля, сразу видно, человеку лет 40 просто, гоби с манго. Ладно, гоби с манго, пух. В ЗХЦ манго не берут. Ну, в году 18-м не брали. Бля, я не играл 1000 лет, наконец-то сейчас. Еще и противник с рейтингом хотя бы 3 от 3000. Но вчера рекрута разъебал в лобби. А, да, я вчера играл. У него рекрут был? Как же вот ебаш. А ты играешь в доту сейчас? Во вторую. Разговаривать, если что, на Чего кнопку. говоришь, я не хуй. Я говорю, в Да, я доту. понял, мне В просто доту. хуево слышно. А, ну тогда не говори, пиши в чат. Все, погнали, чё базарить, погнали. Ладно, пойдем. Потей надо. Чем мне потеть? Я разъебу одной ногой. Я противников не боюсь никаких. Как он добил? Мы не знакомы. Я не знаю, кто мы. Блять. А, ну тут ГГ. А, блять, без манго же. Че, мне кларетку покупать? Я ебал. Братан, успокойся. На крышке гроба. Мы не знакомы. Опа, опа. Я купил манго. А мне можно? Нет. Понял. Бля, ну это эти игроки, ебущие в доту, меня так раздражают. Батя моргнул. А, блядь, я же без манго, ёбаный рот. Бля, ну это хуйня какая-то. Я играю, и вообще... У меня еще стик. Ладно, ну мы на опыте возьмем. Как он добьет? Нет? Я не добьет. Забыл, что сиг надо купить. Одна фласочка у меня есть. Мне хватит на всю жизнь. Да бля, я могу чисто, ну, на таланте взять. На таланте, бля. Ну что там дед играет, блядь? Всю жизнь играл на этих, на кларетках, блядь. Изи. Изи. Хуя себе. Со второго начал, типа опытный. На листопадом. Сбили клореточку. Залагало. Тихо, ты куда погнал? Я просто ёбнутый. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, арам-зам-зам. Чем он купил? Нихуя, он апнул стик уже. Но говорю, я не успеваю за ним. Игроки колоссального уровня. Не будет такого. Бля, ебать, он пятый. 4-0.
что я даже поглядел. Кто пробьет, тут лох. Ну тут сложно уже выиграть, конечно. Я вот по своим ощущениям понимаю это. Но в принципе, зная себя. Весь. Бля, главное не купить манго, а то я... Стик надо тоже отнуть. Ого. Качаемся на клаветочках. Черный плащ. Сука, достал. И мои парни на Стокгольме. Ладно, он меня тоже наебал. Бизнес ланч. У него брусер уже есть. Ебать, а уебок. Не ждать ничего точно этого. Решающая игра за фит. Шадоу Рейс вроде Моргенштерн. Ой, блядь. Ааа! Отстаньте, суки. Нормальная игра, блядь. Моя вышка. Не успел. Черный плащ. Ладно, план капкан. Сейчас у него левел 7 будет, да? После этой пачки. То есть шансы на победу примерно около нуля. С ультимейтом. Хуя вопрос. Честно или нет? Я могу тебя убить или нет? Да, ну, вообще можешь. Я разрешаю. Ну, попробуй сначала. Вдруг не получится. Ошибешься там, не знаю. Разное случается. Надо было сказать, нет, ультануть. Ладно, ну еще левел 7 подождем. Главное, чтобы он... Ебать, дотянулся. Сука. Главное, чтобы он... Ебать, тапок. Бля, вот тут сложнее уже. Ёбаный скинченджер лагает из аркана. До встречи. Ну я на морали. Я по морали разъебываю просто. Замет? Не уворачивайся, заебался погом. Ты когда потеть будешь? Я потею, пиздец. А, понял. Я еще не проиграл. Опа. На опыте. Ну, хотел крипа добить, потом вспомнил, что не мой. Я понял. Блять, лодочку переложил. Силы света укрепили свои сооружения. Да ебал рот эти кларетки ебаные. Полгода играть. 1000 лет. В смысле, смотри, дольше? Нет, не дольше. Бля, тут походу...
КГ. Как я вышел, да, на пафосе, даже не дослушивал. Ну ладно, гопати, так уж и быть. Играли на пати. Я сыграю, так и быть.